Когда в прошлом сентябре случилось ДТП на улице Лежневской около торгового центра «Тополь», пользователи сети интернет твердили, что дело замнут. Спустя год выяснилось, не замяли, но приостановили. Напомним, 15 сентября 2012 года столкнулись два легковых автомобиля – Audi A8 и ВАЗ-2107. Пострадали 6 мужчин, которые находились в машинах. Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП. По словам очевидцев, «Ауди» двигалась по Лежневской на очень высокой скорости. До сих пор следователи не установили виновника происшествия. Как поясняют специалисты, данный экспертиз не соответствует показаниям участников аварии. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. Надзорный орган оценит законность действий следствия. Известно, что водитель «Ауди» был пьян. Кроме того, по нашей информации, в одной из машин были обнаружены наркотики.